Я снимаю. Вот она едет. Вот они едут. А тут у нас сирень светит. Ага. Вот она приезжает. Подожди, маленький. Вот. Давай, поезжай на место. А вон дрессировщик собак. Собака чемпион России. Хорошо. Ну, вызвали ее оттуда. Тащи. Что это такое? Попрятались. На, Сережа, возьми. Идем. Где ж ты была? Пойдем. Дождались. Я 3 часа на улице сижу. А Сережа вам бы объяснил. А что объяснять-то, я боюсь. Надо было посмотреть ту собаку, познакомиться с ней, которую я помню через ваше кино, еще с вашего путешествия. Ты урагана показал? Ну да. Да, я всех показал. Ради урагана я поехала. Я все заснял, Игнат Тихонович, вам сейчас дам. Так, вещи будете забирать-то? Да, вещи нам надо забрать. Что там, а? А подожди, что надо-то? Вещи. А, вещи, ну да. Давай. Нет, только это. Давай. Да, нет, он, да сам, он сам едет, Игнатий. Ну, да погоди, стоп. Мы сейчас пойдем туда, где нам дают все. Надо узнать, письмо получили или нет. Так, вам давай. Сухарики вот. Да. Вот. Давай, я, ты. Я вот, смотрите, нормально, как вот. Нормально, все. Все как, она как, увидела, как? Нет? Вы вот эту табличку увидели? Конечно, я увидел. Я его узнала, я все про вас знаю. И Сергея Павловича давно знаю. Если бы даже вы шахматы показали, я бы все вам помахала. Ну. Пойдем, там уже смотри, богатырская. И ничего не садил, это только сделали. Все остальное мне как с неба Бог опустил. А где была горка? На этом месте зимой? Да, вот на этом месте. Вот вдоль травы. Да. От туалета сюда. Помню, была горка. Вон она. Видишь только? Угу. А вон тот, который вверху черный, это дикий. Я приручил его. И что интересно, голуби болели. Тут что-то... Вертлячка, не сильная болезнь. Что-то выскочили какие-то эти... Да я не знаю, что... Вроде надо узнать, в чем дело. Вроде ничего не нажимал. Может заново съемку начать? А ну-ка, подожди маленько. А вот это, по-моему. Вот это маленько. И он стал семьей, этот черный. Он стал, перестали болеть. Они двое, они гоняют, от них какие-то винофлюиды идут. А вот этот вот серенький, это очень породистый, залетел откуда-то. И у меня прижился, голубка понравилась, выш, женился на ней и все. А тем он выскакивает. И вон та коричневая залетела, ко мне залетают. Я поняла. Это они летают вверх, вот так через голову. Они знают, где какая атмосфера. Да. А интересно, я никогда не знал, что... Я говорю, почему же дикие-то не болеют? И решил их туда. А теперь надо узнать, какой пропорции. Примерно на 4 породистых один должен быть дикий. Это новый... И что в результате? Какой будет результат? Я сказал, что уже 5 лет жду, вот они болеют. Уже результат я могу в интернете выставлять. Да, эксперименты. Да. Так, вот. Это так, мои, это мои. Это храм. Это нет, ваш... нет, храм, вон прошли дом. А. Мы с тобой вечером сходим туда. Вот, дом. Вот этот весь дом. Тогда это ваш дом, это моя... Надежда, Надежда Васильевна. Пошли. А это склады у меня. Это 5 складов. Вон на той стороне везде. Так. Ну, Господи, благослови. Наконец-то! Ой, Сережа, скорее всего! Наконец-то дождались! Как долго ждали, как долго ждали! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Наконец-то! Так, все, я ушел! Нет, погодите! Я вот должна кое-что показать!
Я вам говорила по скайпу, что у меня есть право сюда приехать. Вот так. Так. У меня есть документ важный, который мне позволяет сюда приехать. Ух ты. Первый документ. Ну-ка, это... давай поближе, Сергей Павлович, подойди. Первый документ. Открытие от Игнатия Тихоновича от 91 года. С Рождеством Христовым. Обычная открытка. 91 год. Ого. С Рождеством Христовым. Вот когда вам еще. А второе, более важное. Документ еще. 92 год. Начало вашей деревни. Угу. Это в лагере как раз. Начало там, лагеря. Там храм был, все. И где вы описываете, что отец Иаким, молодой, худой, и отец Наум, наверное. Наум и какой-то кришнаит. Вдалеке. Это не кришнаит. Да, он вообще-то склонен к этому. Вот вы там... Он во Франции уехали. Вы все это здесь написали. 92-й год. Вот эти документы я все их хранила. Надеюсь, что я сюда приеду. Ну, конечно. Тут уже неотразимо. Меня же не было. Обязаны принять без исследования. Все. Ну, все. Так что эти могу и подарить для музея, о котором мы с вами говорили. Да нет, 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 держи при себе, это уже нет, ваше. Не надо же музей нет, все-таки нет, нет, создавать нет, нет. У вас так, при все. Яевке. Отпускайте нас, пошли мы. Ну, с Богом. Да, все, обедайте и отдыхайте, чтобы выспались, а потом... У меня крошка, Сережа, у меня крошка. Да нет, нам некуда, пошли. Пятница, какая крошка? Так, пошли, все, а по слову Божию. Постная, да. Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи. Ну, что сказать на это? Слава Богу, благодарю, Сергей Павлович. Слава Я потом остальное покажу. Все. Выключаю? Да, выключаю.